15 февраля на базе библиотеки имени Фазу Алиева города Каспийска прошло очередное заседание местного политического совета партии «Единая Россия». На повестке дня были подняты все актуальные вопросы муниципалитета. Одной из тем встречи стала акция жителей МКД, которая реализуется на территории Дагестана. Кроме того, в ходе заседания главным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Абдулвахидом Джаватовым была обсуждена недавняя отправка гуманитарной помощи участникам специальной военной операции на территории ЛНР. В ходе обсуждения вопросов политсовета было также предложено открыть новую партийную ячейку первичного отделения на территории лицея номер 13 имени Расула Гамзатова города Каспийска. В завершение Абдулвахид Джаватов поставил основные задачи на текущий 2024 год.